Ты что делаешь? Вещи собираю. Мне нужно от тебя уйти. Это мой чемодан. Разве? Ты уходишь от меня с моим чемоданом? Джоэл, завтра Йом-Кипур. Я несчастлив. Никто не счастлив, это Йом-Кипур. Я не знаю, что делать. Я слаб в таких вещах. В каких? Бросать меня? Да. Ну, так не бросай, пока потренируйся, потом попробуешь, когда наберешься уверенности. Меньше. Джоэл, завтра придет Равин. Я знаю. Мы 5 лет этого ждали, и вот завтра он будет у нас. Мне надо уходить. Подожди. Я не понимаю. Я думал, что моя жизнь станет чем-то другим. Я думал, что я стану кем-то другим. Но этот вечер был просто ужасен. Весь зал смотрел на меня, как я лажаю. Один неудачный вечер. Пока я там позорюсь, я вспоминаю ту неделю. Мы в храме, и Равин рассказывает ту дурацкую шутку про Содом и Гоморру. Так вся синагога закатывается хохотом. И? С него за 5 минут засмеялось больше народу, чем с меня за 5 месяцев. Ты завидуешь Равину? Пойди ему навстречу, он был в Бухенвальде. Мидж, мне никогда не стать профессиональным комиком. Конечно, нет. Что значит, конечно, нет? Ну, а что еще это может значить? А для чего, по-твоему, все эти вечера в храме? Ну, чтобы развеяться, что-то, что делают пары вместе. Это как, я не знаю, сходить на танцы, гольф, ужины. Поверить не могу. Ну, я не знала, что ты настроен серьезно. Ну, конечно, серьезно. С чего ты решила, что это не серьезно? Ты читал чужие шутки. Я же говорил, что в начале пути все так делают. Но если бы ты хотел быть комиком, нужно хотя бы было написать шутку. Я написал с Тедом. Это моя шутка. И она провалилась. Потому что ты ее запорол. Ой, забудь. Перестань, Джоэл. У тебя есть работа. Но мечтой была комедия. Ты знаешь, что такое мечта? Мечта поддерживает твои походы на ненавистную работу. А с каких пор твоя работа стала ненавистной? Ты знаешь, чем я занимаюсь? Ты вице-президент. Нет. Каждый день осязаемые процессы моей работы. Нет. Вот и я не знаю. Я хожу на собрания, я отвечаю на звонки, я перекладываю бумаги. Я понятия не имею, чем я занимаюсь. Ну так если бы ты знал, ты бы больше любил работу? Я думал, ты понимала. Мне жаль. Да, мне тоже. Джоэл, но ты не можешь просто так уйти. Я тебя люблю, у нас есть дом, семья, дети. Они заметят? Мне пора. Подожди, стой. Я буду еще лучше. Я буду еще внимательней. И ты можешь уволиться с работы. Мы можем ходить в этот клуб каждый вечер. Я куплю тебе еще блокнотов. У меня интрижка. Уже несколько месяцев. Я думал, это временно, но... С кем? Твоя секретарша? Ты бросаешь меня ради девки, которая не знает, как точить карандаши? Дело не в этом. Это была новая точилка. Электрическая. Там всего лишь нужно нажать. Ай, ты не понимаешь. Мне нужно начать все заново. С ней? Она победила? Это не конкурс. Просто я не хочу эту жизнь. Верхний Версальс. Лучшие места в храме. Жена, 2 детей. Что еще ты мне скажешь? Дорогая. Джоэл, завтра Йом-Кипур. Будет 30 человек и Равин, провожающий пост. И именно сейчас ты решила сказать, что ты уходишь навстречу рассвету со своей полоумной секретаршей. Поверь, ты выбрал самый худший момент. Прости. Давай, уходи. И ручки свои не забудь. Они тебе пригодятся.